Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня у меня путешествие по супермаркетам было. Пенсия получена. Проехалась везде. Купила. Перед этим выписала, какие акции есть в Сельпо. И по пути у меня фреш, два магазина было. Другой магазин метро есть, но это на, совсем на другом конце города. Это очень далеко от нас. А свои покупочки сейчас покажу. Вот моцарелла. Моцарелла, акция 19 гривен, я всегда говорила. Это немецкая из Германии. Моцарелла 19 гривен, так она 30 с чем-то. Средства для туалета, лимонный и морская свежесть такой. Тоже акция по 7 гривен. Две штучки там вешается на унитаз, не хорошие. Для кулинарного творчества сыр. В салат или куда, он у нас по сыр голландский по 140 гривен. То это вроде как недорого. Это на суп взяла. Хотела что-то на суп, ну ничего такого, вот грудинка. Хотела с косточкой такой биточек, то там такое сало прицеплено по 90 с чем-то. А это по 89-49 на суп как раз, 17-18, это такая грудиночка, неплохая мясная, правда? Мандарины. Мандарины второй сорт по 15,91 на 13 гривен мандарины. Вафли акция, муж обожает. Вафли Артек, они вкусные. По 45,99. Я искала, не нашла. Муж нашел. Где-то в дальнем углу, а так по 60 с лишним. Так. Грейпфрут понемногу всегда беру. Вот. На 10,51 по 20 гривен. Две штучки, они внутри красные. Лаваш такой купила. Армянский называется. Два тоненьких лаваша. Я что-то подумаю сделать. 9,20. Тоненький лаваш. Вот эти тарталеточки такие на 10 гривен. Тоже к Новому году что-то такое пригодится. Сырок я такой иногда покупаю. Как кончается творог, кончился как раз, то сырок. 9 с копейками такой сырок. Рыба хек, красивая очень. Не могла пройти мимо. По 68 гривен. По 68,90. На 41 гривну две такие красивые рыбки. Колбаска я покупала неделю назад, еще купила. Салями золотистая глобина, очень вкусная. На 33 гривны кусочек колбаски. Конфеты бабушкины сказки на 21 гривну купила. 18 гривен маленькие маринованные огурчики. Пусть будут, на всякий случай. Взяла, недорого стоят, красивые такие. 18 гривен. Лук осенью был по 5 гривен, по 4 тут. 2,99. Гляньте, какой прекрасный лук. Стоит ли заготавливать? Апельсины. По 22 гривны. На 24 взяли апельсины. Майонез обязательно надо. Салатик сделать. Майонез этот, сколько тут? 250 грамм, наверное. Не, 160 миллилитров. 9 гривен. Ну и все. Вот это все покупки. Водичку еще там не брала. Хлеб остался в машине. 209. Ну, на 400 гривен взяла. В Сельпо, во фреше, вот чеки. Вот такие покупки. И все нужное. Ничего лишнего нет. Такие затраты. Никуда от них не денешься. Ради спортивного интереса поставлю перевод гривны в рубли. Посмотрите. Ну, тут тоже всегда говорят, а, у вас дешевле. Все считается, соизмеряется с доходом, понимаете? Вот, удельный вес к доходу. Были возле супермаркета, такой ветер дул, думаю, ну, тут невозможно будет присесть. Ничего. Мы не на голых лавках сидим,
У меня в машине такие типа подушечки, подстелила, так что все очень комфортно. На этом заканчиваю свое видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь. На моем канале возле шапки, где написано «Подписаться», колокольчик. Нажимайте на этот колокольчик, и будут вам приходить сообщения о моих новых видео. А так, подписывайтесь на канал. И всего вам доброго, и до новых встреч!